отчетно-выборного съезда партии слово предоставляется председателю партии Геннадию Андреевичу Зюганову. Я хочу от души вас поблагодарить за участие в работе нашего съезда. Съезд проходит в рубежное время, когда в стране брошены очень серьезные вызовы не только политического, но и военно-стратегического характера. И главное, чтобы любая партия продемонстрировала, что Россия для нас главная и любимая партия. В этой связи хочу обратить ваше внимание не только на положение доклада, который был роздан за 10 дней до начала съезда, который направлен 270 адресов, включая президента, полный состав Совета Безопасности, Мишустина и весь состав его правительства, всем губернаторам. Мы до этого на Орловском экономическом международном форуме выработали свою программу. Эта программа была одобрена академической наукой, обкатана у нас в ведущих регионах. По этой программе мы подготовили 21 отраслевую программу и показали, как они реализуются применительно крупнейшим субъектам Российской Федерации и нашим народным предприятиям. Еще раз заявляю, что наша команда не брала ни копейки у государства, организовала 200 с лишним народных предприятий и доказала, что даже в условиях кризиса и вызовов можем работать самым эффективным образом на уровне мировых стандартов. Поэтому открывал наша премия «Локоть», который 7 лет работает в крупнейшем мегаполисе Новосибирске. Его результаты заслуживают особого внимания, в том числе и в стране. Я бы попросил Анатолия Евгеньевича сказать несколько слов. Пожалуйста. Сегодня съезд рассматривает не только политический отчет, но и мы представляем съезду результаты нашей хозяйственной деятельности, потому что по поручению партии мы работаем в исполнительной власти. И вчера, вот дата так просто совпала, 7 лет ровно 7, главы муниципалитета, крупнейшего муниципалитета в стране, города Новосибирска. За 7 лет достаточно такие хорошие успехи, более 9 миллионов квадратных метров нового жилья, 9 миллионов. Темпы строительства у нас одни из самых быстрых, самых динамичных в нашем муниципалитете. За это время 50 детских садов новых, 11 новых школ. Несмотря на трудности пандемии, в прошлом году 11 детских садов построено, и все они получили документы, лицензии, все они работают, 3 новых школы. Мы сегодня развиваем и строим самый главный, наверное, вид транспорта, любимый в городе Новосибирске, это метрополитен. Мы строим 14-ю станцию, было 13, 10 лет не могли с этой мертвой точки сдвинуться. Вот сегодня ведется строительство, для нас очень важно, что поддержка строительства метро сегодня звучит уже на государственном уровне. Метро должно строиться и развиваться не только в столице, но и в таких городах, как город Новосибирск. Одним словом, мы представили сегодня результаты своего труда. Нам есть о чем доложить съезду, нам есть, я считаю, чем гордиться. Спасибо. Но еще одно направление. В Новосибирске самый крупный академический центр. Ему подчиняется 92 крупнейших института. Президент в своем послании особо подчеркнул, что 1 триллион 600 миллиардов будет выделено на поддержку высоких технологий и науки. Мы не только это принимаем, я настаивал в беседе с ним о том, что мы готовы в Новосибирске организовать развитие второй очереди академгородка по супернаучным технологиям. Я еще раз обращаюсь к правительству, Мишустин будет у нас в Думе отчитываться, а в среду мы с ним встречаемся. Мы готовы эту программу взять на себя и показать, что ее блестяще выполнить. Если вы посмотрите на состав наших делегатов съезда, практически все имеют высшее и высшее научное образование. В этом отношении наша партия отличается высокими интеллектуальными и организационными возможностями. Я благодарю Локти, он показал, что Орловская непрерывка, в которую я в свое время у себя на родине осваивал, этот опыт обобщался всей страной. Он продолжает, у него одни из лучших результатов. Но по работе на земле лучшие результаты за прошлый год оказались на моей родине, на Орловщине, где 3 года работает губернатором Клычков. Когда мы его туда направляли, я сказал, мы выберем те направления,
на которых докажем, что наша партия умеет очень эффективно работать и на земле. На Орловщине нет атомных станций, железнодородных рудников, нефтеприисков, но там есть великолепные традиции работы на земле, военно-патриотические и литературные. Орловщина за прошлый год вышла на первое место по производству в стране хлеба на одного человека. 6 тонн. Таким урожаем может гордиться любая страна, включая Америку, Канаду и еще кого угодно. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Спасибо, Геннадий Андреевич. Мы действительно сейчас живем в определяющее время, и сегодня очень остро чувствуется запрос на социальную справедливость, на решение проблем демографии, образования, здравоохранения. Эти послания и политические поручения были даны программой партии предыдущим съездом, и отчитываясь уже за минувшие почти 4 года, могу сказать, что нам удалось добиться определенных результатов. И подтвержу, Геннадий Андреевич сказал, Орловская область заняла первое место по темпу ввода жилья в Центральном федеральном округе. Мы на 16%, несмотря на пандемийный год, увеличили свои результаты в агропромышленном комплексе. Мы вошли в тройку регионов, обеспечив самое минимальное количество снижения занятых в малом и среднем бизнесе, несмотря на пандемический год. Но и главным результатом всех ограничений, когда останавливались предприятия, снижался объем уровня производства, Орловщина показала рост. Уверенный рост 105,3% за минувший год, и уже первый квартал 2021 года еще 103%. Я думаю, что это та база, которая позволяет нам сегодня двигаться вперед. Но решая текущие задачи, повышая качество исполнения национальных проектов, мы перед собой определяем и другие, более грандиозные перспективы. Провели в 2021 году впервые международную конференцию «Образ будущего», где определяем не просто текущие планы, а определяем те задачи и региональные, и страновой политики, которые необходимо будет нам вместе решать. Я благодарю Геннадия Андреевича за всемерную поддержку, которую оказывает Орловской области и, да и всем регионам Российской Федерации. Безусловно, это идет во благо развития нашего региона. Спасибо. Кстати, всем придется задуматься над образом будущего. Глобалисты предлагают электронный концлагерь, когда из вас будут выжимать последние соки и выбрасывать на свалку истории. Для нас этот вариант абсолютно неприемлем. Образ будущего – это гармонично развитый человек, справедливость и уважение прежде всего к детям, женщинам и старикам. Это социальный оптимизм. Вот у нас есть зона социального оптимизма, целый куст крупных коллективных народных предприятий. Правда, они сейчас осаждаются. Питательная база для олигархии и всяких мерзавцев, для рейдеров резко сузилась, поэтому они как шакалы ходят вокруг таких предприятий. Некоторые оделись в мундиры, судейские мантии и пытаются захватить то, что еще уцелело и что эффективно работает. Вот образ социального оптимизма и будущего есть рядом с Москвой. Еще раз вас всех приглашаю. Я не убедил пока даже «Россию-1» показать наш фильм, 15 минут он всего идет. Покажите его. По поручению президента мы провели вместе с правительством всесоюзный, всероссийский семинар. Это смотрела и вся наша бывшая советская родина. Показали, что такое, такое данное предприятие. Я вас приглашаю в совхоз Ленина, Павел Николаевич здесь. Правда, мы уже участвуем в 800-м суде, отбиваясь от всякого жулья и мерзавца. Но вы там увидите лучшие школы, лучшие сады, лучшие спортивные сооружения, лучшую профориентацию, самую высокую зарплату, роботизированные фермы, лучшие сады. И вы увидите, что в вымирающей стране за 2 года мы потеряли почти 1 000 000. 3 города по 300 тысяч исчезли. Вы увидите, что там первый класс пошли 9 классов комплект. Вы увидите реально. Я настаиваю, чтобы вы это показывали, рассказывали. Это спасительно для всех нас, в принципе. Павел Николаевич, пожалуйста. Я еще уже сегодня говорил о том, что основой все-таки, результатов нашей деятельности является благополучие населения.
И когда он говорит о том, что народные предприятия, несмотря на то, что 30 лет назад нас загнали в буржуазную экономику, все-таки выживают, выживают они за счет того, о чем, кстати, говорил президент в своем послании, что главное не выплачивать дивиденды, не выводить их за рубеж, а главное, чтобы люди, которые работают, реально получали высокую заработную плату. В этом году не только у нас, но и в других хозяйствах, которые Геннадий Андреевич называет народными предприятиями, доход дошел у простого работника до 100 тысяч рублей. И это основа того, что люди хотят работать на земле и хотят работать в сельском хозяйстве. Если бы все хозяйства Российской Федерации обеспечили такой уровень заработной платы, я думаю, отбоя от желающих стать трактористами, доярками, инженерами просто бы не было. И поэтому вот наш опыт, который мы провозгласили, а я вам сразу скажу, что средний возраст работника совхоза у нас сейчас 42 года. И если вдруг появится желание посмотреть, как реально должна работать молодежь в сельском хозяйстве, реально должна быть экономика, вы можете приехать к нам. Потому что не только самые высокие зарплаты, но и самая большая поддержка ветеранам, пенсионерам. Вот в этом году мы заплатим перед 9 мая в среднем каждому пенсионеру по 10 тысяч рублей. Это не только работники, бывшие нашего совхоза, но и все, кто проживает, дети войны, проживающие на территории нашего поселка. Если вы придете к молодежи, вы узнаете, что там никакой ипотеки нет. Это беспроцентные суды. И если человек рождает еще одного ребенка, то он улучшает свои жилищные условия. Если вы придете в детские сады, поймете, что там лучшее питание, лучшие воспитатели. Если придете в школу, лучшие учителя. И поэтому все, что мы сделали за последние несколько десятилетий, это как раз еще является основой сказать, что лучшее развитие – это когда социалистические подходы хозяйства. Поэтому мы вас всех приглашаем, желаем вам здоровья, но главное, чтобы было понятно, альтернатива, скажем так, капиталистическому развитию всегда есть. Это социалистическое развитие нашей страны. Поэтому спасибо. Приглашаем. Спасибо, Павел Николаевич. Для нас исключительно важно поддержать молодежь. У нас в обновленном составе Центрального комитета придут более 150 талантливых молодых людей. Этой работой по укреплению кадрового состава, подготовке нового состава, их обучению и практическому продвижению на места занимаются два моих заместителя, Афонин и Новиков. В их руках сегодня главные проблемы организационной, кадровой и информационно-пропагандистской работы. Пожалуйста, Юрий Вячеславович. Добрый день, дорогие друзья. Действительно, 18-й съезд партии стал знаковым политическим событием жизни нашей страны. К нему приковано серьезное внимание. И вы здесь, участвуя в нашем съезде, видите, какая дружеская, товарищеская и, самое главное, деловая обстановка царит и на самом съезде. Идет очень детальное обсуждение политического отчета, интересные содержательные выступления с мест. Этому съезду предшествовала большая работа. У нас во всей партии прошла отчетно-выборная кампания. Более чем 14 тысяч первичных партийных организаций, 2,5 местных во всех региональных отделениях. И сегодня на съезде будут избраны новый состав Центрального комитета, контрольно-ревизионной комиссии и руководство партии. Но наша ключевая задача, чтобы после съезда в наших партийных организациях материалы, программные установки дошли до каждого избирателя. Нам в этом году предстоит большая избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы, по выборам депутатов региональных парламентов. Нам предстоит в конце июня провести второй съезд, но партия отмобилизовывается. Отмобилизовывается, потому что за собой чувствует серьезную поддержку граждан страны. Есть реальная, единственная оппозиционная сила – это КПРФ, которая противостоит действующей буржуазной власти Российской Федерации. Поэтому все поколения коммунистов, наши сторонники, союзники, будут дружно, едино идти на эту избирательную кампанию. Просим объективно и честно осветить сегодняшний наш съезд. Спасибо. Для нас сейчас две главные принципиальные задачи. Создание Левопатриотического народного фронта. Пленум предыдущий принял это решение. Мы благодарны, что откликнулись целая серия движений, организаций, молодежь. И этот большой
Блок состоится обязательно. Приглашаем всех. Сейчас получили поздравления и приветствия со всего света по линии Союза Компартии, которую я возглавляю. Мы давно сплотились и боремся и с нацистами, и мерзавцами, и оранжевой проказой, прекрасно понимая, что кроме того, они снова притащат сюда очередное временное правительство, которое сдаст Россию современной натовской антанте. Мы не допустим этого. Идеологическими вопросами занимается Дмитрий Георгиевич Новиков. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые товарищи, для делегатов нашего съезда, 18-го съезда Компартии России, он фактически начался уже 10 дней назад, когда был опубликован политический отчет Центрального комитета, который сегодня представил с трибуны съезда Геннадий Андреевич Зюганов. Поэтому ключевые политические выводы и оценки партия обсуждает уже 10 дней и сегодня закрепит эти выводы принятыми решениями, постановлением съезда и целым рядом резолюций, которые дополнят, усилят политический отчет. Мы отдельно выскажемся о необходимости борьбы за социализм, о необходимости преодоления бедности в Российской Федерации. Мы дадим оценки 80-летию начала Великой Отечественной войны, необходимости борьбы с фальсификациями и антисоветизмом сегодня в современной действительности. И принято решение отдельно обратиться к украинскому народу, который мы жестко и четко отделяем от той пробандеровской банды, которая возглавляет сегодня власть в Киеве. Мы не завершим сегодня работу нашего съезда, впереди второй этап. Отталкиваясь от принятых решений, отталкиваясь от политических оценок, мы подготовим второй этап в июне месяце, когда определим свою команду для участия в выборах в Государственную Думу и примем предвыборную программу. Эта предвыборная программа актуализирует все необходимые социально-экономические положения нашей программы и задачи в сфере общественно-политической жизни России. Партия мобилизована и уверенно идет и к выборам осенним, и в целом к решению тех задач, которые стоят обозначены в нашей общепартийной программе и в других программных документах. Спасибо. Спасибо большое. По инициативе нашего депутата, моего пресс-секретаря Ющенко, с его избирательного округа с Братской Башкирии организован уникальный пробег Тимур Исламов. Где он наш? Тимур, иди сюда, голубчик, держи сейчас. Обратите внимание, ты молодец, слушай, боец. Пробежал 1300 километров, по 100 километров практически в сутки. Ну, как спутник мчался, прибежал на съезд, его встречали в республиках. Вот, я смотрел внимательно. Слушай, я не ожидал, что такой марафонский пробег ты как раз приурочишь к нашему съезду. Поэтому я благодарю тебя и как рабочего человека, и как спортсмена. И горжусь тем, что у нас появляются бегуны на такие дистанции. Ты не просто марафонец. Ты, наверное, в России впервые установил рекорд. За 18 наших съездов такого еще не было. Но у нас спортивный клуб. Наш спортивный клуб стал чемпионом по мини-футболу Москвы, Российской Федерации. Играл в первенстве Европы, занял бронзу и медали. У нас там кубки, медали лежат. У нас великолепные ребята-волейболисты. Мы стали чемпионами Москвы. В пятерку вошли наши шахматисты. Наши силовики отлично выступают. Вот, на открытой воде, на милю плавания участвуют многие международные. Мы являемся победителями. Ты у нас первый победитель такого длинного марафона. Мы подготовили вот золотую медаль, посвященную уникальному полету Гагарина. Ты в данном случае пролетел над землей, покоряя каждый день по 100 километров. Вообще, кто бегал? Я сам бегал, я знаю, что это такое. Я скажу, это великолепно. Мы от души тебя награждаем и благодарим за прекрасный результат. Да, держи. Держите вот удостоверение. Поаплодируем нашему чемпиону. Молодец. Отлично. Удачи. Благодарим всех. Приглашаем дальше работать. На обед пойдем. Мы заработали на обед. Брифинг. Вопросы? Вопросы еще будут, да.